Междугородние обмены – дело житейское. Отправляем трактора, получаем столичные штучки. Без духовых оркестров и фанатичной толпы поклонников была встречена сегодня утром четверка нанайцев. Отчаянные ребята не убоялись ни студеного по-февральски ветра, ни традиционно холодного зала Центра искусств и попытались передать свою песенно-танцевальную энергию зрителям. Прозвучали старые шлягеры и песни, которые, возможно, станут популярными будущим летом. А лето – это естественная экзотика, не русские таинственные названия и имена.